Усім привіт, любі друзі. Коротше, честь кохані. Дзішей випила трохи гербатки, бо не можна мені піч кави. Кава дуже зле для його... Як же желудок? Як же желудок на польському? Как-то там такое слово интересное. Ну ладно, неважно. И дзішей хотіла би поведати вам трохи про те, що робивам, що бенджі робіч. Нема, ніч нема термінажа з'язду, то дуже... Бардзо зле для мене. Бо хотіла би вже побачити той термінаж і купити білет на льот до Варшави. І хотіла би зарезервувати мешкання, покоїк у Варшаві. Бо коли бенче пізніше це то робить, то буде дуже трудно. Таке направда трудно. Бо не може бути таке, що не бенче добрих покоїків до винаємця. Але мам надія, що все буде добре, бо покоїків за Вінце в Варшаві, і, можливо, щось таке буде для мене. Мам надію на те, але побачимо те пізніше, коли буде термінаж з'їзду. То, направда, смутно, для чого школа не добавляє. Для чого школа не... Блін. Не хоче повідати своїм учням інформацію зараз. Для чого тільки за 7 днів? То, як для мене, то за короткий термін. Бо більше учнів жиє в інших краях, обцекрайовці, і мислю, що мноство учнів хотіла би вече вже зараз ту інформацію. Але ніч не зробимо з тим і лепей пізніше, чим ніде не. Вот так вот я говорю. А все почему? Потому что я слушаю поляков. И я нахватываюсь их фразочек. Ну, я чувствую уже, сегодня мне как-то легче говорить. Я реально, короче, каждое утро включаю сразу Инстаграм, и там вот эта Доротка, ну, женщина там постарше такая, она в Америке, сама полька. И она... Эта пани рассказывает все свои, что она там делает, типа, ну как, ну, туда пошла, там, ну, в общем, туда поехала. Ну, вообще интересная такая женщина. Молодец такая она. Ездила на отдых в Мексику. Кстати, не так она много, поляки отдыхают прям, ну, прям такого, что все, там отдыхают, нифига, там раз 100 лет она поехала, но она так классно отдыхала, она веселилась. Не сравнить с нашими людьми, как мы.
Приезжаем и сидим на одном месте. Она и танцевала, и на сцену выходила. Ну, вообще везде. И такая она красивая. Но ну, я не знаю, сколько ей лет. Думаю, она пенсионерка. Но все равно она классно выглядит. Так, ну, видно, что уже в возрасте, потому что по коже видно. Ну, молодец, конечно, и такая позитивная. И потом еще я смотрю, вот это мне еще толчок дало. Стала смотреть канал Юстина. Это тоже девушка, полька, у нее девочка маленькая, муж американец. Они тоже много говорят. У них речь не такая четкая, как у этой женщины. И все равно классно, конечно, слова откладываются. Просто слушаешь, слушаешь, что-то там пытаешься бумкнуть, повторить. Ну, мне такое чувство, что у меня как... Я все знаю, но где-то тут стоит такой, типа, заслонка, которую надо отслонить. И тогда, короче, польется речь ручьем. Потому что уже прорывается, уже... Это как вот певец. Сейчас соседи подумают, что он делает. А то... Ну, у меня голоса нету такого, поэтому я не буду тут орать на всю. У меня только слух есть. Что-то там шурхнулось. То домовой мой там возмущается, думаю, что с тобой? Что трапилось? Что трапилось? Что трапилось? Ну, неважно. Вот так вот. Выпила таблетки. Так интересно наблюдать за реакцией организма на таблетки. Утром начал уже уркать живот, потому что пребиотиков надо уже давать ему. Потому что после приема вот этих стоп-диаров надо еще 5 дней пребиотики пить. И начал уже так неприятно уркать. Я быстренько выпила и ту таблетку. Быстро кое-куда меня загоняло. Вообще так странное, конечно, ощущение. Ну, надеюсь, что оно мне только на пользу, что оно мне почистит от всех вредных веществ. И, ну, в общем, будем смотреть. Поставила на разморозку холодильник, поставила, открыла дверцы и выключила с розетки, потому что страшно намерзает. Старый холодильник уже, короче, вообще 100-летний. Потом что еще? Надо что-то пожрать купить, боже, ниц нема, ниц нема, что съешь. Ніякого їдження. Все повиїдала такого, тільки одні заморозки собакам маминим. Потому что я вчера сварила суп, я его не хочу есть. Не хочу и все. Хотя потратила на грибы 20 гривен, и я не хочу есть, я боюсь. Я думаю, ну что я буду себя мучать, насиловать этими супом? Не могу есть и все. Страшно, мысль возникает. Вот, а вдруг ты сейчас траванешься этими грибами? Нахрена ты купила? Короче, вот это такое мучение. И вот это стоит он, и, видимо, он пойдет пакетик. И поедет. Короче, я варю отлично еду собакам и котам. Ну, они не против, в принципе. Они счастливы, они рады, что им перепадает. Так что уже, я думаю, буду передавать, когда буду... Что уже? Уже сегодня какое? Пятое, наверное. Да, пятое число. Уже пятое число, я не знаю, когда мне этот график дадут. Но даже если я за неделю его получу, 9 числа съезды там других групп, тоже массажистов, только других ранних групп. И если у них 9, то у меня может 20. Ну, то есть уже надо будет ехать и приехать же заранее. Смотрела билеты на авиа. То, короче, что-то там, конечно, ранее разношерстное. Как попадешь. В один день может стояться на 2500, другой день 3500. Ну, в общем, что попало, короче, творят, да и все. Нормального нету, надо вылавливать. Чувствую, что я так за билет заплачу, конечно.
Поездом я не поеду, потому что там чемоданы не влезут. Автобусом я не поеду, потому что для моего здоровья это непозволительная роскошь. Мне, ну, во время ночной поездки вы же спите, вырубаетесь и башкой вот это стукаетесь об этой. И у меня же тогда перед ослеплением, как глаз ослеп. Я же ехала в ночном авто, ну, ночью я ехала к там, к одному чуваку постоянно, приезжала к нему. И это была ночная поездка. И я затылком тоже хорошо билась. Как вариант, что эта причина тоже могла повлиять. Ну, что ослеп глаз, поэтому я боюсь. Я, конечно, ездила в Польшу маршрутки, но после пару поездок туда и назад я зареклась в жизни не ездить этими. Потому что сэкономишь, как говорится, 2000, а потом на лекарства потратишь не 2000. Поэтому такой расклад. Ну, так еще ничего больше. Все-таки утро, что могло еще произойти? Чая выпила, съела кусочек маленький, остался там рыбы вчерашней. И, короче, яйцо съела. Больше ничего. Ну, потому что у меня ничего нет уже. Там хлеб засох, у меня есть один хлеб. Надо вот такой не брать было, потому что я его не люблю. Ну, обычный наш черниговский, он такой круглый. Он у меня всегда засыхает, потому что невкусно. Ну, ничего, тоже отправиться к собакам. Я же говорю, у меня собачья еды огромный пакет всегда. То у тебя сосиски, то теперь хлеб. То, короче, объедки, вот суп еще туда уйдет. Ну, в общем, много. Все, что не это, все туда. Вот такие это дела. Даже не знаю, сейчас пойти за едой. Мне уже так надоело вот это беготня, вот это вот за едой, за тем. Какое-то странное. Еще от утром, когда выпиваете таблетку, странное состояние. Как-то то жарко, то что-то покачивает. Ну, в общем, пока реакция идет какая-то. Ну, я просто сильно мнительная, впечатлительная, поэтому так. Такое состояние странное какое-то. Короче, такие тут дела. Таблеток всегда ты худеешь. Таблетки всегда жрут химические. Ну, не худеешь, а просто лицо немного сутуливается. Так тут не худею, естественно. Чтобы похудеть, попробую еще похудеть, короче. Это надо, короче, активно. В моем случае это либо не жрать, диету соблюдать, которую я не могу соблюдать и не хочу даже. Либо, короче, ну и вообще активно двигаться. Просто не жрать не поможет. Просто не жрать, я буду на лицо вот так вот, а все равно тело будет оставаться на это, на уровне. Либо надо массажи, либо, короче, ну, в моем случае лучше всего найти работу, чтобы я была в движении умеренном, и все. И занятости там с утра до вечера, и все. И не будет никакого лишнего веса. А если сидеть на, как говорится, на полу, на целыми днями, то хоть воду пей, будешь толстеть. Ну, не толстеть, а держаться в том весе. Потому что у меня вес такой держится 92, там, 93, 90, такое что-то. Не взвешивать, конечно, но я думаю, что он так и держится. Вот такие тут дела. Ну, ладно, все на этом. Будем дальше продолжать наше бесконечное шоу за стеклом. Папа.